Как дела? Спасибо. Здорово. Как твоя подруга? Она уехала. Уехала? Куда уехала? Учиться в медицинский институт в Калифорнии. Серьезно? Да. И когда же? Почти неделю назад. Хреново. Да. Когда ты перестанешь ходить на эти встречи? Через неделю после того, как исполнится 21. Они затянут тебя к себе на работу? Да, чертово сидение в комнате и решение бесчисленных уравнений в течение следующих 50 лет. Наверное, заработаешь кучу бабок. Я стану лабораторной крысой. Ты же лучше. Хоть отсюда смотаешься. Зачем? Зачем мне отсюда уезжать? Я здесь спокойно проживу всю свою жизнь. Мы будем соседями, у нас тут будут детишки, будем брать их с собой на бейсбол. Слушай, ты мой лучший друг, поэтому пойми меня правильно. Через 20 лет ты будешь все равно жить здесь. Приходить ко мне в гости, чтобы смотреть ящик, работая на строительстве. Да я убью тебя нахрен. Это не угроза, это факт. Убью тебя к черту. Да о чем ты, твою мать? Послушай, у тебя есть то, чего нет никого из нас. Брось, почему все время одно и то же? Я этим обязан себе. Что, если я не хочу? Нет, нет, говно. Ты этим обязан не себе. Обязан этим мне. Потому что я проснусь завтра, и мне будет 50. Но я все равно останусь тем же дерьмом. И тут все правильно. Ты сидишь на выигрышном лотерейном билете и просто ленишься пойти и получить выигрыш. Это глупо. Я ничего не могу сделать, чтобы иметь то, что есть у тебя. И никто из наших знакомых. И вот что я тебе скажу, братишка. Ты впустую тратишь время. Ты этого не знаешь. Не знаю. Нет, не знаешь. Тогда я скажу то, что я знаю. Я знаю, что каждый день подъезжаю к твоему дому. Мы гуляем, немного выпиваем, немного смеемся, и все отлично. А знаешь, какая часть дня для меня самая любимая? Она длится всего около 10 секунд. Когда я иду от остановки у тротуара до твоей двери. Потому что каждый раз я думаю, может, я поднимусь, а тебя там нет? Ни до свидания, ни до встречи, ничего. Просто ты уехал. Я немного знаю, но это я знаю наверняка.